приходит пациент к психиатру. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Здравствуйте, док. Итак, на что жалуемся? Снится мне, короче, очень страшный сон. Очень страшный. Спать не могу. В общем, снится мне, что подхожу я к двери, стучу, а она не открывается. Стучу и ногами, и руками, но она не открывается. На двери что-нибудь написано? Я не уверен, но, по-моему, табличка с надписью «На себя».